Следующее. Здравствуйте. Господи. Это брачное агентство? С Новым годом. Что, название такое? Название другое. Вас с Новым годом, Господи. А-а-а. Где такое берут? А название? Название простое. Последний шанс. Это обо мне? Нет, это и не про вас. Это название такое. Ну, давайте о себе. Я потомственный девственник конца прошлого века. Это видно, да. Вижу, женаты были? Да, вы знаете, 7 раз и все удачно. Господи, где же они, эти добровольцы? Ну что, хотите жениться? Да, вот решил. Отлично. Пришел. Расскажите о вашем первом браке. Я думать буду о вас. Первый брак какой был? Хороший был брак. Долго неделю тоже. Прожили. Неделю, это хорошо. Это, в общем, прилично, неделю. Вот, жена сразу после свадьбы уехала в командировку, а ко мне... Ну, естественно. Вечером сотрудница пришла с работы. Ага. Доделать акт. Ах, шалун, господи. Ну, сидим, работаем. Так. А жарко было, шампанское холодное на столе. Mm-hmm. Сотрудница разделась, сидит на коленях у меня. Ну, стулья пластиковые, нагреваются, колени ну, же прохладнее. Конечно, да. Что ж, я не пробовал. И вдруг жена, вы знаете. Жена. Это тот самый случай, когда... Жена подкралась незаметно. Ну, пришла, раскричала, как можно. Я говорю, что ты кричишь? Да. Сама сказала, когда уезжала, только попробуй. Ничего не получилось, уехала. Вы знаете, я сам микробиолог сам. Ну, это видно, всю жизнь с микробами, паразитами. Вот пришел к вам. Некого разнообразия захотелось. Я ну, тогда вы, конечно, по адресу. По адресу. У нас огромный выбор. Микробов? Нет, не микробов. У нас все дамы прошли санобработку. Я лично слежу. Отлично. И все свободны, да? Ну, в общем, не все. Одна вот освободилась неделю назад. От мужа? Нет, из-под стражи. Она... Вот ей, пожалуйста. Это до того, это после. Освободилась вчистую. Вот, пожалуйста. Подписка о невыезде, отпечатки пальцев. Что, убийца, что ли? Какая убийца? Нет, просто 3 последних мужа она лишила мужского достоинства ударом ноги. Ну, вы знаете, в какое место. Ласковая девчонка, нормально. Думаю, узнаю. Нет, не надо. Давайте посмотрим. Мне нужна, может, есть у вас хозяюшка, чтобы мама умела приготовить, вкусно покушать. Если, конечно, есть у вас. Окей, есть, да. Есть. Очень хорошо. Повар 6-го разряда. Вот. Ничего страшного, не смотрите, это до операции пластической. Угу. Тут ей всего 32. Не, нормально все, она отличный повар. Особенно ей удается заливной осетр. Угу. Ну, вкусно? Ой, пальчики оближешь. Да, готовит минтай, а всем заливает, что это осетр. Понимаете? Нет, я вижу нет, у вас там. Нет, ну вы какой-то привередливый. Вы вообще-то о втором браке расскажите. Женились по любви? Да. Да? Удачно? Нет. Окна во двор. Ну да, нет, конечно. Это не подходит, ну, я не привык. Да. Это, считай, не по расчету, не по любви. Ни то, ни сё. Ну расскажите о втором браке. Хотя, чего рассказывать, раз окна во двор. Ну посмотрим еще. Смотрите. Образованная женщина у меня есть, ну, класс. Угу. Но 8 дипломов. 8. То есть разных. Лауреат Нобеля, да? Нет, ну, насчет Шнобеля я не знаю. Вот фотографию не видела. Дипломы есть. Она ими в метро торгует. Сколько Тебе. Бакалавров выпустила, Кембридж отдыхает. Понимаете? Это же доктор, ну, доктор наука на это. Ну, академик, да? Метрополитена. Отлично. Вот, смотрите. Ну, зубки вставим, это передние, это легко вставляется. Угу. Импланты сделаем, симпатичные. Ну, похрамывает немножко. Ничего, подрихтуем. Так, не ну, очень, хорошо. Да? Хорошо, ну, давайте и... дальше. Скажите, а есть у вас, может быть, девушки такие, которые умеют сами заработать себе на жизнь? Сегодня в наших условиях ну, это очень важно. Да, ищу... есть. Вот из Молдавии. Строитель. Ага. Вот.
все время хохочет. Такая хохотушка, хохотушка. Веселенькая. Это что, она работает строителем? Да нет, строит из себя черт знает что. Никогда не выйдет замуж, сволочь. Не платит. Агентство не платит. Очень а фотки хорошо. Ее есть, я еще могу показать. Хорошо. А спортивная невеста у вас имеется? Спортивная у меня вообще гениальная девочка. Очень спортсменка, стриптизерша. Разгоняется с шестом. И так прыгает с шестом. И медленно сползает по нему вниз. На кроссовках, на шпильках. Девчонка, класс. Шварценеггер отдыхает. Вы знаете, у меня, честно говоря, особенно. Разогнаться-то негде. У меня кабинет совмещен с санузлом и кухней в цокольном подвале. А-а-а. Да и потолки ниже уровня моря на 3 метра. Ну, поэтому да, я, опять мне, все не так. Если есть возможность, давайте глянем ну, там. Первый раз вижу такого жениха. Что-то у вас там еще я вижу. Есть, вижу, есть. Ну, расскажите, ладно, о третьем браке. Долго прожили? Сутки. А что ж так долго? Знаете, очередная нелепость. Во время да? свадьбы я немножко, у нас у мужчин это бывает, перебрал чуть-чуть. Но... А, ничего, в полном смысле, ну, да? Да, и в самый разгар, вот в брачную ночь, да. я уснул. Она будет и говорит, возьми меня. Она так мне сказала, возьми меня. Ну, а вы? Я говорю, спи, мы никуда не едем. Все, ушла сразу. Что, действительно никуда не поехали? Ну, это страшно. Ну, смотрите, вот смотрите, у меня есть стройная брюнетка в аварийном состоянии. В смысле? Да не, ну под снос. Брюнетка? Нет, хрущевка под снос, она вот. Ну, черно-белая фотография. Ну, ничего страшного. Хорошенькая девчонка. И, знаете, прямо из ЗАГСа в новую квартиру. Вот так я такой вариант имею. Ну, это золотой вариант. Размер чего стоит один? Ну, у брюнетки, да? Нет, у квартиры. У брюнетки за плечами два языка. Она полиглот. Что, мутант? Еще, может быть, третий. Вы знаете, я боюсь брюнеток с тремя языками. Все, все, есть блондинка. Говорит на сурдопереводе. Ну и что, плохо разговаривает что-то? Нет, ничего не слышит. Зато телезвезда. Ага, по рейтингу, да? Нет, по возрасту. Вот, родилась в один год с телевидением. Да. Хорошенькая. С телевидением в один год. С светлым? Нет, с черно-белым. Да, музей платит ей пенсию. Ага, то есть она работает экскурсоводом. Нет, нет, она экспонат. Не подходит? Не сегодня. Давайте посмотрим. Ну что, а девчонка, в общем-то, в соку. А вот слушайте, а расскажите о вашем четвертом браке. Долго прожили? Сутки. Ну что, зато стабильно. У вас все время как-то суточное женитьбы. Да. А что случилось? Вы знаете, очередное невезение. Вы знаете, да? была свадьба. Пришла да. моя маленькая дочка Анечка, 3 года от 9-го брака. Ага. Танцевала, веселилась. Что-то да. говорит, Анечка, расскажи нам веселую историю. Так. Она встала на стульчик, говорит, я беременна. Эти ребенки. Я говорю, а при чем тут веселая история? Она говорит, я сегодня слышала с утра, как мамина подруга, тетя Зина, сказала папе, я беременна. Папа сказал, веселая история. Ну, а дальше уж. Да, не везет. Что нет, ну у меня есть еще золотой запас. Знаете, что-нибудь может быть для души, если есть у вас подобные. Для души? Да. Только для вас. Запомните, я плачу, когда это делаю, потому что это родное. Люся. Спасибо вам. Люся, душевный человек. Мужика понимает, как никто. Правда? Конечно. Она раньше была Витей. А теперь? А теперь нарасхват. У нее тело женщины, а привычки мужчины. Весь вечер она с вами пьет, курит, матерится. Утром мигера. Почему? Потому выясняет, с кем вчера пил, курил и матерился. Спасибо, я пойду. Не, подождите, я вам фотку не показала. Но это можно растительность убрать. Борода, усики. Это даже сексуально. Ну, такая девчонка классная.
Я, просто, наверное, все влюбляются. В следующий раз зайду я. Куда в следующий раз? Сюда, у меня там еще есть список, я еще хочу зайти. Нет, в пароль. Нет, ну тогда... Мне у вас понравилось, но я пока еще... Я-то вас понимаю, и вы поймите, сейчас же кризис. Тогда это последний шанс. Кто же это? Я. От меня холостым. Еще никто не уходил. Стой, негодяй. Стой, сволочь. Я потом. Я догоню тебя.